Цветы, тамада, море закусок, пышный банкет. Это не сценарий юбилея добрых сердец Тувы. 10 лет с момента их создания для них в очередной раз послужил поводом организовать очередную акцию. Независимо от обстоятельств, каждый из волонтеров демонстрирует искреннюю заботу и преданность своему делу, что делает их настоящими героями повседневной жизни. В этот раз их объектом стала набережная реки Енисей. Кто-то любит там любоваться течением могучей реки, а кто-то любитель там мусорить. Наша миссия, наша организация, даже само название «Добрые сердца Тувы», вместо того, чтобы где-то сидеть, где-то отмечать наш юбилей, мы решили сделать благое дело, внести свой вклад в чистоту нашего города и нашей республики. Призываю земляков, чтобы держали в чистоте и порядке нашу набережную. Поблагодарить за годы поддержки волонтеров и тем самым поздравить откликнулись и семьи военнослужащих специальной военной операции. Кто, как не они, ощутили на себе всю доброту и заботу ребят. С нами связалась руководитель волонтеров «Добрые сердца» Артуш Юрьевич. И мы, конечно же, откликнулись, связались с семьями участников специальной военной операции. И также к нам присоединились общественные организации, такие как автономная некоммерческая организация «ИДГЛ». И мне отрадно, что в нашей республике живут неравнодушные жители. Десятки людей целыми семьями прибыли принять участие в экологической акции «Чистая вода». Даже из самых отдаленных районов республики, тем самым продолжив цепочку добра, которую 10 лет назад запустили неравнодушные волонтеры добрых сердец Тувы. Совместными усилиями удалось очистить берег Енисея и собрать более 100 мешков мусора. Арлана Байдуча, Айхан Тонга, Кангыр Кужуге, телеканал «Тува-24».